С вами Никита и Илья. Всем привет. И сегодня будем играть в Бейблейд. И мы покажем свои Бейблейды. Вот, смотрите. Илюша назвал его... Драголорд. Да. А он... И у него нарисован дракон. Хотя это орел, не дракон, но непонятно пока что. И мой Бейблейд. Я его назвал Криптариус, потому что у него нарисован скелет. Идеи покажем запускалки. Запускалки. Да, у меня есть вот такой вот, как его назвать? Метчик. Да, метчик. Да. Меч. У меня есть два отверстия. Это уже понятно. А у Илюши одно. Ну, у нас совсем разные запускалки. Ну да, и давайте мы уже будем запускать свои блейды. Все, закручиваем их. И... Погоди. Сейчас опустим эти. Я должен закрутить запускалку. Оп. Все. Давай. 3, 2, 1. Вперед! Ой, мой Бейблейд полетел на меня. И он уходит. Пока. Да. Блин, а ты его достать. Ну, Никита, мой Бейблейд еще тот засадит.